У нас как один тролль, вызывайте. Что у вас произошло? Знаете, мы на лодке плавали и мужика нашли в речке. Ну, не знаю, какие наркотики в нем. Где вы нашли труп-то? Труп или живой мужчина-то? Нет, труп, почему? Не знаю, что с ним делать. У него целая куча шелухи и всего на свете. Я только уборку сделала в квартире. В смысле, вы его принесли в квартиру? Да, я думала, он, может, живой. Кто? Этот бобр. Бобр он живой или в образе бобра. Мужчина в образе бобра? Ну, бобр, огромный бобр. Подождите, мужчина или бобр? Я вам говорю, животное. Труп-то мужчины или животного? Да животное, говорю, ты что, тупая, что ли? Надежда Александровна, да? Михайловна! А, Михайлов... Убирайте мне дерьмо отсюда, из дома! Еще раз поясните, что у вас произошло. Больше мне не звоните.